Я вам уже рассказывала, что не особо люблю читать, только, наверное, психологическую литературу, и то иногда. Но бывает такое, что натыкаюсь на книги, которые только одним названием и описанием так интригуют, что я сразу же сажусь за их чтение. Так у меня произошло с романом «Китаянка на картине». И если название еще не так вызвало у вас дикое желание найти этот роман, то советую послушать сюжет. Главный герой — это молодая француженка, переводчик с китайского, и красавчик-архитектор, который встречается в метро и сразу же бесповоротно влюбляются в друг друга. В общем, так сказать, любовь с первого взгляда. Все кажется как в обычном ванильном романе, но самое интересное потом. Прогуливаясь по Парижу, как-то раз наша пара останавливается на чердачной распродаже, и их внимание привлекает картина с китаянкой на переднем плане и с пожилой парой на заднем. Влюбленные сразу же покупают эту картину и чуть ли не первым рейсом летят в Китай. Чем же так заинтересовала картина наших героев? Тем, что пожилая пара на заднем плане очень сильно напоминает их самих, только постаревших, да и лицо китаянки кажется очень-очень знакомым. У героев, конечно же, сразу появляется вопрос, почему же пара в китайском городе так похожа на них? Почему часы на руке у старика — точная копия часов нашего героя-архитектора, которые, кстати, унаследованы им от отца и являются уникальными. Поэтому наши герои сразу же отправляются в Китай для того, чтобы разгадать тайну картины. Именно это путешествие открывает им двери в прошлое. Кстати, забегая вперед, скажу, что все-таки они найдут эту китаянку, и она откроет им секрет, который навсегда изменит их жизнь. Помимо интригующего мистического сюжета, мне очень понравился стиль автора и то, как продуманы персонажи. Большое внимание в книге уделяется описанию Китая и его культуры, что тоже является очень крутым плюсом, что после прочтения я узнала очень много интересных фактов. Кстати, в романе переплетается несколько временных линий, что дает книге дополнительный мистический шарм. А также повествование ведется от разных лиц. В общем-то, сам роман небольшой и читается очень легко, я буквально проглотила его за пару вечеров. Поэтому рекомендую вам вместе с героями разгадать тайну китаянки с картины. Прочитать и послушать роман «Китаянка на картине» вы можете в книжном сервисе «Строки», где он, кстати, представлен эксклюзивно. В «Строках» вообще представлено огромное количество литературы абсолютно на разный вкус. Здесь много эксклюзивных книг и аудиокниг, которые вы не найдете на других сервисах. Также в «Строках» большое количество бесплатных книг, и все подкасты тоже бесплатные. Так что от души советую вам познакомиться с сервисом лично. Для этого обязательно переходите по ссылочке ниже внизу в описании. Обязательно воспользуйтесь моим промокодом, чтобы целых 30 дней бесплатно пользоваться сервисом по подписке «Много». Всем привет, ребята, это мое первое видео What I Wear in a Week. Итак, сегодня я иду учиться в библиотеку, потому что очень-очень много работала на прошлой неделе, и нужно все наверстать, и дома как-то сидеть не хочется, сегодня просто чудеснейшая погода. В общем, так что я уже собралась, сейчас будем одеваться, собирать лук и наконец-таки выходить. Я надеюсь, вам понравится этот ролик, потому что он такой экспериментальный, я его ни разу не снимала, не пробовала. В общем, как пойдет. Не знаю. В общем, на низ у меня вот такая вот длинная юбка в пол от Fashion Chibu. Вот, максимально фэнси лук сегодня. Думаю, что к этому аутфиту очень круто подойдет вот такая оверсайз черная сумка на плечо. Сверхом я еще думаю, так что сейчас посмотрим, как все это будет выглядеть, и подберем уже окончательно верх. Let's go! Верхняя кофта из секонда. Если я не ошибаюсь, то это топ с Шейн. Я точно не помню. Но, допустим, что с Шейн. Сейчас еще нацеплю что-нибудь. Может быть, надену шапочку и посмотрим на итоге, как это все будет выглядеть. Но мне уже очень нравится. Влог, привет, мама, привет. Она доехала, ура!
учиться в библиотеку. Уже, наверное, где-то часик сидим и делаем корейский. Его настолько много, что это какой-то ужас. Да. А сейчас мы открываем чат, группу по корейскому, и все пишут, что они заболели на сегодня тестик, и все заболели ровно в день теста. Все пишут, а я не буду. Увидят, придут, увидят, что меня нет, и ладно. Ну ладно, ничего страшного. В общем, так как у меня сегодня съемка, на которую я очень-очень сильно опаздываю, я одеваюсь супер комфортно, потому что вещи будут на съемке. Единственное, что с собой взяла, это джинсы в рюкзак. Вот такая вот коричневая куртка и рюкзак. Всем хай!
сладкое, а с каким-нибудь сроком. Спасибо большое. Japan. Нас там ждут уже Амина с Лусу. Say hi. Итак, вот. Это лучшая матча на планете. По-любому, факт. Да. Кстати, ребят, я вам сегодня не показывала свой аутфит. Не успела, так как сегодня был очень-очень быстрый день. Вот такая вот кофточка от бренда Vanessa Valley Wear. So cute, максимально. Обычно классические джинсы, по-моему, они от Fashion Chungu. Прям с Vanessa кофе. Точнее, я иду его заказывать. Потому что в прошлый раз мне сделали очень вкусным. И я теперь немножко obsessed. Была безумно вкусная с латте. Была та же девушка-бариста. Я ей говорю, вот вы мне вчера делали такой безумный латте. Она говорит, а, да, вспомнила, типа, вы брали, по-моему, с карамельным сиропом, что-то такое. Она даже запомнила мое имя. Guys, I'm obsessed. Правда, это очень мило.
what's up? What's up, bro? Смотрите на этот снег! В общем, сейчас бегу по Нессе, несу и завтрак. Сегодня была относительно быстрая съемка. Ну, не относительно, она прям правда была супер-супер быстрая. Наверное, сегодня час где-то. У меня отмерзла рука. Пока 10 минут шла до дома Ванессы. Мне кажется, я руки не чувствую. Такое, нас что, снимает скрытая камера?